Всем доброго дня! Вы на канале Вязание, и с вами Наталья. Сегодня я хочу предложить вам связать вместе со мной классическую пятку. Это вязание у меня будет в копилке полезности. Итак, я набрала на свой образец 30 петель. Для того, чтобы связать пятку, мы разделим наше вязание на 3 равные части, так как 30 петель по 10 петель. Я сейчас одену маркер. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот сюда. И еще один маркер. Я одену. 1, 2, 3, 4, 5. Вот сюда. Мы разделили. Итак, мы начинаем вязать. Для того, чтобы нам связать классическую пятку, нам нужны, естественно, спицы, маркеры, пряжа. А спицы я взяла на чулочные. Я беру 3 спицы. Можно вязать 2 спицами на леске. Я вяжу чулочными спицами. Значит, я начинаю вязать. Первую петлю снимаю, остальные я провязываю лицевыми петлями. Я провязала до нашего маркера. Маркер перекидываю и вяжу дальше до следующего маркера. Я провязала до следующего маркера. У меня осталась 1 петля, чтобы довязать до маркера. Я сниму маркер и уберу его в сторону. И вот эту петлю, которая у меня осталась от средней части, и петлю, которая у меня идет первая, собственно, нашла после маркера, я провяжу 2 петли вместе. Я провяжу их лицевыми. Я хочу, чтобы у меня была здесь, так как это платочная вязка, здесь будет полосочка лицевой петлей. Можно провязать изнаночной петлей, можно провязать лицевой. Я с одной стороны буду вязать лицевой стороной, с другой изнаночной. Я буду вязать с обеих сторон лицевыми петлями. Так, дальше я вяжу по рисунку. Вязать я буду с двух сторон лицевыми петлями, потому что у меня тогда на лицевой стороне с одной стороны будет полоска лицевыми, а с другой стороны полоска изнаночными. То есть это я хочу сказать о том, что можно сделать эту полосочку как лицевыми петлями, так и вытянутыми, так и изнаночными. Я снимаю последнюю петлю перед маркером, убираю маркер. И последнюю петлю перед маркером и первую петлю после маркера я провязываю лицевыми петлями. Разворачиваю вязание и вяжу только среднюю часть. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу по рисунку вот эти петли средней части до той петли, которую мы провязали вместе. Вот эта петля мы провязали вместе. Я ее разворачиваю, чтобы у нас была петля ровная, лежала, не перевернутая. И провязываю первую петлю, которая у нас была после маркера, вместе лицевой. Разворачиваю вязание и вяжу. Первую петлю снимаю и вяжу среднюю часть нашей пяточки до петли, где мы брали 2 вместе. Вот эта петля мы провязывали 2 вместе. Следующая петля у нас
идет на спицы, мы их провязываем опять 2 вместе. Разворачиваем вязание, снимаем первую петлю, она у нас крайняя, кромочная, и вяжем до той петли, которая у нас будет идти на стыке 2 частей, средней и вот и боковой. Так, провязали 2 вместе, развернули петлю, провязали 2 вместе и вяжем в обратном направлении. Ой, я вяжу изнаночной, мне надо лицевой. Так, вяжем в обратном направлении. Вот у меня 2 петли здесь вместе провязываю. Разворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении до тех пор, пока все вот эти петли на 2 боковых частях, то есть 2 спиц, не соединятся со средней частью. Здесь петлю разворачиваю, чтобы она была не перевернутая, и опять 2 петли вместе. Разворачиваю вязание и вяжу в обратном направлении. Здесь 2 петли вместе. Так. Разворачиваю вязание, снимаю кромочную и вяжу только среднюю часть нашей пяточки. Так, вот что у нас получается. Вот уже у нас обозначается пяточка. Видна. Разворачиваю здесь петлю, чтобы она ровно легла. Вот у нас уже видно, да? Вот так. Это может быть как пяточка на носки. Также это может быть капюшон. Допустим, для детского какого-то... Для детского какой-то вещи. Это может быть капюшон также для взрослых, на, допустим, кардиган. Точно так же вяжется. То есть применение этой пяточки не заключается только в применении в носках. Для носок. Для носков. Сказала как-то. Так.
Ну вот, у нас уже близко завершение вязания. Тут сейчас посмотрим, что у нас получается. Так, и вот получается у нас пяточка. Вот здесь такой шовчик получается. Здесь этого шва такого явного не видно. Но вот он все равно обозначен. Вот посмотрите. Почему бы не капюшон, да? И также это вот такая пяточка для того, чтобы связать классическим способом пяточку на носках. Я думаю, что все понятно было. Тот, кто не знал, тот понял, как вязать пяточку. Но всем я хочу сказать спасибо за то, что вы посмотрели видео. И хочу пригласить вас еще на другие видео. Всем спасибо, до новых встреч, всем пока-пока.